Россияне, а сколько у нас заправок для электромобилей на России? 1600. А сколько таких машинок на России? 20 тысяч. Значит, на 20 тысяч электромобилей у нас 1600 электрозаправок. А в Америке 130 тысяч. 130 тысяч. 130 тысяч. На России 1600, а в Америке 130 тысяч. На России 1600, в Америке 130 тысяч. Сколько у нас еще раз машинок на России? 20 тысяч. 20 тысяч. А в Америке 6.8 миллионов. Ну, почти 7 миллионов машин. 7 миллионов, считай. 20 тысяч. 7 миллионов. Жалость что-нибудь, нет? Нет.